Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня будет обзор на вот такой замечательный продукт, на который у меня никогда раньше не было обзора, к сожалению, потому что мне нечего было обозревать. Но сегодня будет обзор на вот такую замечательную овсянку быстрого приготовления. То есть, вот такая овсянка быстрого приготовления, но это необычная вот овсянка, но которую можете купить там за сколько? За 20 рублей в Ашане каждый день. Ну, где будет чисто там овсянка и максимум несколько вот таких микроскопических кусочков фруктов. Сегодня будет вот такая охуительная овсянка, ну, то есть ее вес целых 50 грамм, то есть вот такая огромная упаковка, и даже по весу чувствуется, она пиздец тяжелая. И она вот с яблоком и с корицей. Но самое интересное, вот прочитал состав, я понял, что здесь в составе еще сухое молоко. Сухое молоко, ну, то есть вы представляете, овсянка не просто с фруктами. С фруктами там обычными в 2К22 уже никого не удивишь. Но вот овсянку с сухим молоком в составе я вижу впервые, абсолютно впервые. То есть я нигде в наших магазинах такого не видел. То есть вот так она выглядит. Ну, то есть овсянка с сухим молоком. Ну, я уже думаю, что это будет пиздец охуительно на вкус. Давайте же ее распакуем. Так. Вот такая замечательная овсянка. Блять. Вот так, надеюсь, будет видно. Сейчас я буду делать анбоксинг на... блять, ну вот открываешь, и уже охуенный запах. Ну, то есть запах, отчетливый запах яблока. И немного корицы, кстати. Хотя корица обычно обладает очень ярким ароматом. Здесь, если корицы добавить слишком много, это получится уже слишком ее много. То есть она будет перебивать. А здесь очень охуенно чувствуется запах яблока. И что самое интересное, посмотрите, надеюсь, будет видно в составе. Видно, что очень много яблок, очень много яблок. То есть эти куски чем-то на сало похожи, но на самом деле это яблоки. И очень много сухого молока. Ну, то есть не просто там на отъебись насыпать. Вот видите, даже летает в воздухе пыль сухого молока. Вот посмотрите, как она выглядит. Вот так это все выглядит. Ну, то есть смотрите, сухого молока действительно много насыпали. Там не... Ну просто, чтобы написать его в составе там... микроскопические граммы, а действительно вот где-то чайная ложка сухого молока. Это на самом деле очень охуенно. Ну, то есть оно сладкое, оно дает молочный, ну такой насыщенный вкус. И сейчас я буду заливать это все водой. Так, сейчас я буду заливать это все водой. Вот так состав выглядит. В составе овсяные хлопья, сухое молоко. Сахар, да, сахар, что самое главное. То есть не просто сухое молоко, еще и сахар. Значит, она будет охуенная, сладкая такая. Потом яблоко целых 5%. А сухого молока 12,5%. Ну, то есть не один там процент, как обычно любят ложить. Ну, чисто для вида. А целых 12,5 грамм сухого молока. Яблоко 5 грамм. А корицы всего лишь 0,6 грамм. Ароматизатор не написано, натуральный или химический, но по запаху он, такой, знаете, больше на натуральный он похож, хотя хуй знает. Давайте уже заливать водой. А, бля, надо прочитать, сколько ее нужно держать. Залить 140 миллиграмм воды, я хуй знает, сколько это 140, то есть я налью на глаз. И 3 минуты, всего лишь 3 минуты ждать. Так, я заливаю ее водой. Блять. Все, я залил ее водой. И теперь остается только ждать целых 3 минуты. Надеюсь, они пройдут быстро. Но для вас они пролетят за несколько секунд. Так,
наконец-то 3 минуты прошли, я буду вскрывать. Вот смотрите, вот так она выглядит. То есть на первый взгляд ничего примечательного, за счет того, что у меня освещение, ну такое, знаете, не очень. Кажется, что это обычная очередняжская овсянка, но если присмотреться, вот здесь огромные куски мяса. Вот я по аромату уже чувствую, что будет охуительный вкус, то есть яркий запах яблока, яркий запах корицы. Про сухое молоко такого сказать нельзя, ну, потому что у сухого молока нету как такого запаха. Но вот чувствуется, что на дне здесь вот такой сливочный соус. Ну, возможно, просто воды много налил, но в любом случае это не просто вода, а она с сухим молоком. Давайте же пробовать на вкус. Вот знаете, я не то что часто, но иногда ем вот такую овсянку. И что мне больше всего не нравится в ней, вот этой обычной магазинной, что когда ты ее ешь, она никакая. То есть, да, в составе там написан сахар, там фрукты, но нихуя этого не чувствуется там от слова совсем. То здесь вот, вот это охуительно, здесь видно и огромные куски яблока, и вкус очень сладкий, очень сладкий. Ну, потому что, вот согласитесь, кто любит там обычную овсянку? Ее там, ну, я обычно раньше вот ел с медом, с сахаром. Я не ел, ну, вот, потому что это, мне кажется, хуйня на вкус будет. А вот с медом заебись. А здесь вот сахар, но он с сухим молоком, это охуенно совмещается. То есть эта овсянка вот рассчитана для людей, ну, которые следят там за своей фигурой, там на диете сидят. Здесь, ну, 50 грамм, ну, после того, как заварится, где-то там 100-150, ну, 2-3 раза увеличится. Для меня там, человека, ну, который очень много ест, для меня, естественно, я этим не смогу наесться, но, тем не менее, вот, за счет того, что в овсянке там много клетчатки, ну, после того, как сожрёшь её там, ну, как минимум, даже для меня вот час, не хочется абсолютно ничего жрать. А если вы там обычный человек, то для вас этого вообще там на полдня может хватить. Ну, то есть вес, во-первых, ну, 50 грамм в обычной там овсянке сколько, ну, или ну 20, или 30 грамм, то есть вот этих, что в магазине продают. У нас я вот таких больших по размеру не видел. Не знаю, сколько она стоит, но предположу, что не дешево, учитывая, что здесь сухое молоко, здесь яблоко, и причем именно большие куски, много сухого молока. Она не может стоить дешево, я думаю. Ну, то есть, смотрите, берем обычный бич, ну, пакет там, то есть обычная там лапша, вот эта ебаная, она стоит недешево. И что самое главное, если сравнить вот это с бич-пакетом обычным, это намного, ну, полезнее, намного более вкуснее. И, ну, и в общем-то, вот там витамины наверняка есть, там вся хуйня. А в обычном там бич-пакете нихуя. То есть вы чисто сожрали там. Она не то, что не полезная, она даже вредная. Так что я сильно удивлюсь, если она стоит дешевле бич-пакета. Так что я думаю, ну, я смело отдал бы за нее, ну, рублей, ну, 50, там, 60, может, даже 70. Так что, в общем, дорогие друзья, был вот такой обзор на такую охуительную овсянку. Мне она очень, ну, понравилась, вкусная. Единственный минус, что ее очень мало. В общем, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.